Добро пожаловать на нашу новую реакцию и на наш канал. Хочу, чтобы вы послушали со мной Димаша, поющего гимн своей страны. Алтын көн астана, алтындан аласа, ерліктің дастана, еліме қарыша, ешеден ертеген таңқама шықты ғой, намысын бермеген қазаққа мұқты ғой. Елім, елім, менің елім, өлім болып, елімім, жарым болып, өкремін елім, туған жерім менің, қазақ ұстанам. Ұрпаққа жалашқан, кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан, тәуелсіз елім бар, қаз салған уақытта мәңгілік осындай, өзің ел бақытты, өзің ел осындай. Я посмотрела это не прерывая, потому что я хотела проявить уважение и только потом дать свой комментарий, свое первое впечатление от этого видео. Вначале это был достаточно низкий оперный голос, очень такой глубокий, и я думаю, он всем своим телом выражал уважение к своей стране и эти солдаты, которые пели вместе с ним. Я думаю, что бы ни пел Димаш, и где бы он это ни пел, это всегда настоящее шоу. Этот потрясающий оркестр, аккомпанирующий ему, и певцы на бэк-вокале. Национальный гимн и без этого вызывает уважение. А тут он еще спет самим Димашем. И каждый ожидает только самое лучшее. Его голосовая краска стала выше к финалу. В конце он взял очень высокие ноты. Давайте еще раз посмотрим эти низкие партии, которые он спел. Полагаю, это очень громкий голос, глубочайший оперный бас, настолько мощный, ведь для того, чтобы взять такие низкие ноты, необходимо обладать недюжиной силой. Есть певцы, которые способны брать такие низкие ноты. И даже высокие, с натяжкой. Но я думаю, нужно огромное количество практики, чтобы быть способным на то, что он творит в продолжении песни. Сейчас мы перейдем в конец песни, где звучат высочайшие ноты. И это невероятно. Сделать такое в гимне. Давайте послушаем эти непостижимые ноты Димаша. Wow.
Это были очень высокие ноты, и, конечно, их было бы легче спеть фальцетом, потому что это не требует переизбытка вокальных усилий. Но Димаш, как всегда, все делает идеально. Последняя нота, и вообще все-все-все, он спел полным голосом. У него даже здесь не было времени перейти на фальцет, и это была бы довольно тяжелая задачка, ведь нужно было бы прыгнуть с самой низкой ноты на самую высокую, и сделать это идеально. Я думаю, о вокальной технике Димаша можно говорить вечно, потому что никто не может сделать такие вещи. Димаш на то и Димаш, что может позволить себе такое. Ребята, спасибо всем за компанию. Мне очень приятно видеть, что многие из вас настолько уважают свою родину. Я тоже почитаю все национальные символы. И думаю, что это очень здорово.